Носочек. Все, поехали. Все взяли? Может, мне без очков? Это я сказал, можно и без. Так, вот у нас что сегодня за вкусняшечки такие. Купили мы ножки. Вот такие, 1, 2, 3, 4, 5, 6 штучек. Стоило где-то рублей 10 примерно. Потом купили наш напиточек вкусненький. Будем делать коктейльчики. Далее купили мед такой красивый. Смотрите, о боже, классный. Прям реально готовить хочется. Я хочу сделать свининку в медике. Свою фирменную уже. Потом кукурузку взяли вот такую. Та была, ну, без вкуса, но зато она была крупная, не спорю. Но мы брали по скидке. Взяли еще вот такую, решили посмотреть, попробовать. Потом вот такой вот сок взяли мультифруктовый. Тут прикольно, что мультифруктовый, здесь такие экзотические фрукты. Если у нас мультифруктовый, он не такой экзотик. Потом взяли вот такие наши любимые уже огурчики. Мы как раз их первый раз взяли, и нам понравились. Вот, решили еще взять. Потом... Доритес, вот эти вот чипсики сырные мне нравятся, как начосы такие. И вот такие еще украинские, зи с маком, сиру, люкс. Вот такие тоже с сырочком. Вот, и это еще не все. Мы еще кушу взяли. Да, но это для взрослых. Еще вот такая красивая штучка с персиком. Смотрите, как она выглядит. Ох, достойно, достойно, роскошно. Так, смотрите. Что у нас здесь? Раздолье, праздник. Да, годовщина у нас. Та-дам. Включать будем сейчас по-взрослому. Вот еще, кстати, купили два мороженых таких мне. Откроем сейчас одно. Вот это. Та-дам. А нам пришли, убрали здесь, постельку поменяли. Но я убираю. Мои шарики вкусные. Я решила подмести сама. Думаю, пусть не напрягаются, нам постель уже поменяли, это самое главное. А здесь я уже сама приберу. В принципе. Вот, мне не сложно. Плюс погода хорошая. А тут как в отеле. Ну, прикольно. Мусор выбросили, хотя мы...
не просили, сказали, просто мы постели, и все. Но нам заменили все. Ну, это круто. Пип! Большое спасибо, пап. Но есть один нюанс. Ты забываешь не только свое мороженое, но и мороженое своей семьи. Будешь часто забывать, придется держать все в тайне. О, а ты против секретов? Против хрена. Прям в точности все. Когда болит животик, а любимый решил порадовать. Спасибо. Нет. Там просто у меня было топливо. Всем доброе утро. Включили кондиционер с теплым воздухом, вот, потому что на улице похолодало. У меня, короче, уже болит животик. Да, я сижу дома, сейчас буду готовить, а Дима пошел в магазин. Вот. У нас сегодня дожди, даже так, и холодно. Серое небо, серое. Вот, открываю балкон, потому что сейчас буду готовить, и все будет у нас пахнуть вкусно очень. Вот, поэтому... Сейчас я сделала свою фирменную свининку с медом. Да. Поэтому как-то так. У нас осталось уже где-то сколько? 11 дней, наверное, отдыха. Может, тут сколько? 7, наверное. Нет, 5, так. Ну да, 7 дней где-то. Где никто не знает, 4, 5, 7, 6. Нет, 7, 7 дней. Вот, 8 уже. Так что как-то так. Все, всем хорошего дня и до новых встреч. Так, вот что Дима купил. Мы наконец-то нашли нори. Мы очень долго их искали везде, почти не могли найти, чтобы сделать суши потом. Ну и роллы. Потом Доритос, такие классные чипсики. Мне очень нравится с сыром. Потом вот такую нарезочку сырную небольшую. И здесь такие вкусняшечки. Прям нарезали с больших кусков, больших головок. Прикольно. Потом ветчину. Такая ветчинка здесь красивая. Соль пищевая. Итальянский кетчуп у нас вот такой интересный, фанта с каким-то, опять же, фруктом, и хлебушек, ну и еще и шампиньончики, и сейчас еще Дима пошел, там еще не докупил кое-что для бутербродиков, поэтому вот, как-то так. На самом деле листья дорогие, где-то 12 рублей стоят, сколько здесь штук, 12, ну короче, вот, но мы видели набор такой по 50. Офигеть. И роллы здесь, кстати, дорогие. Угу. А вот как раз... Здравствуйте. Здравствуйте. Мы гуляем по ночной Грузии в поисках магазинчиков. Мы смотрим этот. Где еще меньше найдем, получается? Где еще меньше магазин найдем? А как можно куда меньше, пожалуйста? О, тут уже сфоткать. Сейчас покажу. Сходили в магазинчик, купили водичку, себе такую вкусняшку, и смотрим фоточки, с фотика выбираем, что куда, в соцсети, на заставочке. О, красивая фотография. Угу. Моя личная мастерская. Уинс разрешила мне ее занять. Как удачно. Не пригласишь меня? Как насчет экскурсии? Нет, там черти что. Я стажировалась у фотографа-криминалиста. Корсо Италия. Шуз-шоп.
Да, мы были еще в продуктовом магазине, и вот так это не сделали, закрыли все. Будто бы я вынесу там у них что-то. У них же пикалки есть. Нет! Где мои кроссовки? Я хотела, может, пакет как бы оставить, не? Сейчас буду разжимать эти штучки. Сейчас покажу вам свои красотульчики. Та-дам! Вот мои кроссовочки. Вот так все красиво в крафтово упаковано. Цвет такой, знаете, персиковый. Может, здесь он так непонятен. Но вот у меня штанишки немножко персиковые. Но оно почти вообще такого цвета. Такие кроссовочки красивенькие. Написано Италия, не знаю. На самом деле, хочется верить, конечно, что действительно это так. Вот. Мои красивые. Купили, потому что здесь очень жарко в моих ботинках. Вот. Такие классненькие. Ну, за это. О чем мы до этого говорили? В жизни. Ладно. У-ля-ля. О май гад! Ну что, выходим? Угу. Пойдем. Сумочку. Да, ну кровавая палочка, конечно, у нас тут вот стоит прилично. Смотрите цены, крабовые палочки. Маленькая упаковка 10 рублей. Прикиньте, когда у нас стоит рубль с чем-то, не знаю, офигеть. Ну вот такие цены здесь на рыбу. Здесь очень дорогая, кстати, рыба. Да. В общем, будем делать ролл и суши. Да, ищем рыбку. Так. Смотрим цены на рыбу, конечно, бомба. Всем привет! У нас вот такая огромнейшая просто закупка всяких вкусняшек. Да, акцент. Угу. Так, ну давайте начнем с свеженького вкусненького хлебушка. Что такое? Только смотрел на чат. Хлебушек вот такой красивый в крафте. Потом мы будем делать суши и роллы, потому что мы хотим. Это наша фишка, да? Как сказать? Это наша что? Традиция? Tradition. Hey. Точно традиция? Ну да. Понятно. Так вот, пострадал мой ноготь. Так что, если что, будете... Вот этот карличок мой. Жесть. Обидно. Досадно. Короче, вот. Купили уксус пищевой вот такой вот. На суши и роллы. Потом, ну, я буду все в разнобой говорить, потому что здесь все. Васаби вот такой вот. Четкость, да. Так, потом милкоту. Кстати, у нас уже не продается милкоту. Не знаю почему. Это самая вкусненькая милочка. Ну, еще и обычные, с орешками, да, и вообще милка, в принципе, вкусная. Потом мы взяли вот такой ножик. Видите, тут огурчики нарисованы. Короче, вот такие огурчики буду нарезать. Это будем разворачивать тоже рис. Тоже будут роллы разные. Потом вот кусочек халвы. Очень захотелось. Прям вкусненько, мягенькая. Не то, что у нас дубовая. Она прям вообще класс, красотка. А потом, как называется? Говори. Чурчхелла. Вот такая тут красивенькая. Национальная сладость у них. Да. Четыре рубля, короче, стоило. Да, чурчхелла. Потом взяли этот, как его, пленку пищевую, чтобы тоже крутить роллы. Потом вот такой десертик с клубничкой. Красивый такой, тут как пироженка такая, вкусняшка. Кстати, 3 рубля, но у нас, думаю, было бы дороже. С такой клубникой, шикарной. Короче, вот, картошка. Будем делать потом ее с мясом. Тут такие стейки классные, красивые. Ну, как тут один кусок, конечно, такой красивый. Во, вот такой вот, вообще шикарный. Как в этом, Дима, как в Мадагаскаре там. Помнишь, Лев Алекс? Угу. Короче, вот, рис круглозерновой у нас. Потом вот такие листья нори. Мы еще решили взять, потому что нашли и подешевле. Потом, так, чипсики вот зисмаку. Сиру, это украинские, кстати, вкусные очень, не уступают лейсу. Потом сырный соус, вот такой Хайнц, нам очень понравился, классный. Энергетик, вот это для Дмитрия. Дальше вот такую взяли рыбку сырую и копчененькую. Вот копченая дешевле вышла, чем такая. Тут на рыбу, кстати, ну цены такие приличные.
Вот, хотя я думаю, у нас, в принципе, тоже 20 рублей будет 200 грамм стоить, поэтому, в принципе, то же самое. Далее, вот такой взяли соевый соус. Попробуем его. Главное, чтобы он был вкусненький, потому что это тоже зависит роллы. Спрайт взяли большой, потому что мы много пьем. Ну, просто воды. И взяли вот такую штучку попробовать, чачу. Здесь 52 градуса, вот. Ну, здесь вроде с мятой, да, с ментолом. Вот, потом мы взяли еще лайм, тоже для коктейльчики мутить, потом огурчики, это для ролл тоже, кетчуп Хайнц, вообще вот это была выгодная покупка, 5 рублей, в принципе, у нас дороже стоит такой, ну, плюс-минус, по скидкам нужно найти, можно, авокадо, сыр, кстати, дороговатый, 9 рублей вот такая баночка, президент и Тома не уверен, что это творожный, поэтому не знаю, что будет, но что-то будет. Короче, я, наверное, все рассказала, вот, такие у нас... покупочки, вкусняшечек вот таких вот разных. А, о, вкусняшки вот еще. Тролли, дельфинчики. У меня, короче, есть история дельфинчиков больших, классных желтинок, поэтому для меня это отдельная любовь. И вот такие тройбокс, кисленькие типа полосочки. Вот такие вот вкусняшки еще. Ну, вроде бы вот так вот уже все. Так, будем решать вопрос с засолкой рыбы. Мы хотим засолить ее максимум за 2 часа. Что за это выйдет, не знаю, посмотрим. Вот, ну, как-то так. Успеем, не успеем. Сейчас мы будем... Сейчас все разложим. Пойдем стирочку поставим. И будем что-то мутить уже с роллами, думаю, надеюсь. И пробовать вкусняшечки. Поэтому как-то так. Все, на этом все. Вот такая закупка на 200 рублей примерно. Вот. Да-да-да. Как-то так. Все, всем пока и до новых встреч. Можно так? Вообще-то я какой-то сонёк, блин. Идеально. Опа. Все ингредиенты у нас офигенные в сборе. У нас даже васаби есть офигенно крутой. Даже. Но нету этого имбиря. Но! Мы не знаем, он может быть очень невкусным. Я покупала... Не помню, в Светофоре, может, или где-то покупала упаковку целую огромную. Хотя они продаются в обычном, типа, Еврике. Боже, какой же невкусный! Я думала, имбирь сложно испортить, но это жесть. Там был маринад ужасный. Он вываливается немножко. Ну, оставляет нормально. Короче, вот, мы всю упаковку просто тупо выбросили, потому что это ужасно было. О, две у нас колбасочки. Дима в деле. Колбаска у нас сбоку. Все хорошо. Все как и должно быть. Сейчас я буду делать. Я буду делать или ты будешь делать? Я еще сделаю. Мне понравилось. Ты будешь пять крутить, потом я тех пять? Не знаю, может. Я хотел бы еще наполовинку попробовать. Да и вообще я хотел бы в огурец вернуть. О, может я в огурец попробую? Давай, да, давай. А ты помнишь, как делать его? Да. Да. Ну, здесь, как бы, роллы такие прилично стоят. Какой-то сет 60 с чем-то рублей, когда можно скупить примерно за 50... 40. Ну, смотря какие, видишь, там, может, жареные какие-то есть. Ну, здесь очень дорогие сеты, да, даже и наборчик об один какой-то. Ну, плюс-минус, но они вкусненькие были, не спорю. Да и здесь. Сколько суши-кафе. Пая! А что ты назад вернись? Загнулся. А, он приклеился. Огурцы приклеились. Да. Все посмотрим, что получится. Ой. Это СМИ можно так закинуть. Да. Начал я ее раскатывать. А? Раскатывал что-то? Нет. Косточка подавилась. Давай. Сейчас. Втором кругу.
просто Димочка. Это храм? По идее, да. А какой? Какой-то храм. Сейчас тоже сделаем селфички. Да? Да. А, волосы вот. Рюмки выкидываю салфетку. Ты так сделал? Нет, еще. Что за колокольчики? Колокольчики. Красивые деревья, розовые. И горы, главное. Шикарно. Это мы пришли в ботанический сад. Там у нас птичка маленькая ходит. Вот она, вот она. Какой-то фазанчик. Вот, тик-тик-тик-тик. Так. Идем дальше, смотрим, что у нас тут. Птички поют. Какая дорожка. Мне, кстати, кустики подписаны. Да. Птички поют, красота, какие деревья. Димуля. Кс-кс-кс-кс-кс. Я видела, что там прыгает, походу. Но я думала, там белочки. А, да, вот птички. Я тоже подумала, белочки. Там птички. Прикольно, так-то красиво. Какой-то фазанчик. Малыш. Одинокий ходит тут. Малышочек. Маленький. Нет. Какой мышка реально, смотри. Эй, куропаточка. Что? Реально, смотри, красивые елки. Сейчас. Такие широкие ветки. Угу. А почему? Мне просто интересует вопрос, почему он прибежал в ботанический сад к нам? Ты понимаешь, как он бежал? Чувствует хороших людей. Да, я тоже так думала. Собаки тут, конечно, огромные, попрошайки вообще. Стрёмно, конечно. Вот такая аллея здесь в Майами. Почти Майами. Погода почти. Солнце. Бичес. Вот так. Собака. Ты нам не нравишься. Сейчас стреканет. Вот это встреча. Маленький. Ту-ру-ту-ту. Очень интересно. Прикольно. Че гавкаешь? Не гавкай на них! Они хорошие! Он их прогнал. Он их реально их пасет. О! Боже мой! Что происходит? Ну что, я ж тебе говорю, бедный мужик. Давай быстрее.
Очень вкусная штучка. Видите, что мы купили? Мы были на рынке. Нас немного надурили. Но мы это поняли. Мы разрешили себе надурить. Это чурчхелла. Только разная. Здесь фундук обещали. Вот здесь у нас обычные орешки грецкие. Вот так все красиво выглядит. Кстати, ну дешевле. Потом купили еще миринду. Вот такие орешки захотела. Может, с собой провезу. И вот это непонятно. Что ты говорил? Что-то типа как... Не знаю. Какой-то блинчик. Желе. Какой-то натуральный, я так поняла, какой-то вот этот фрукт. Это наверное, желе-блинчик. Ну, попробуем. Интересно, что это. Кто забрал? Джем из зеленой сливы. Джем из зеленой сливы. Вот попробуем. Такая интересность у нас сегодня. Красота. Уи. Та-дам! Зашли в такой магазин Miniso. Мы там были уже. Life is for fun. Я нашла такой вот туалетную воду или духи, не знаю, с кокосом, но оно как еще жвачкой пахнет, как будто такое тропическое, что-то интересное. И вот такие вкусняшки. Арбузики. Арбузик, не знаю, попробуем сейчас, что там интересное приготовили. Попробуем. Выйдешь. Что происходит? Тихо, ну я же видео снимаю. Пока что. Резко лав. Мы остановимся. Ай! Где мордочка? Значит, ты кто? Я. Оленёнок. А я мешонок. Я мешочек. Ну что? Прикольно? Угу. Я как-то в шоколад упала. В торт. А ты? Я точно так же. Чуринец. У тебя верхняя губа съелась. Ты такой, как будто реально... Как это, знаешь, верхний слой кожи сняли, только череп. Ну... Есть такое. Что? Тебе вкуснее пахнет. Да? Такое тоже ничего.